Здравствуйте, мои дорогие зрители, с вами Школа Рукоделия и я Вика. Вяжем сегодня домашние тапочки, опять для начинающих. Для тапочек нам понадобится пряжа в 100 граммах 147 метров, акрил, спицы 4,5 миллиметра, игла с большим ушком, кусок фетра, чем толще, тем лучше, ручка, ножницы. Ну, в принципе, все, линейка это так у меня визуально. На спице, значит, мы набираем 15 петель. И вяжем лицевыми петлями. Последняя кромочная, изнаночная. Первую петлю снимаем. Так, и так далее. Это высота нашего тапочка, девчонки. Если детский размер, наберите не 15, а 12 петель, либо 10 петель. Вот так вот это будет расстояние. Если совсем уж маленькие, на годик-два. Если мужские, наберите не 15, а 17 или 18 петель. Далее все будет одинаково. Здесь нюанс только в этом наборе петель. Так что здесь вот это, чтобы вы знали, это высота тапочка. Поэтому ориентировочно, визуально немножечко прикидывайте, смотрите. Вот если на детские достаточно будет вот так вот, то на мужской чуть увеличить. То есть расхождение 2-3 петли. Ну и продолжаем вязание лицевыми петлями. Обводим ножку. Видите? И вырезаем стельку. По сути, без припуска. Ногу ставим на... Можем на бумагу сделать выкройку, можем сделать сразу. Я нарисовала сразу на фетр, но обязательно, стоя плотно на полу, обрисовываем нашу ногу, потому что на весу будет не точно. Далее вырезаем еще одну. Так, теперь меряем размер нашего вязаного полотна. Складываем пополам. Вот от начала пяточки прикладываем. И смотрим здесь, вот где у нас. Можем даже, когда мы будем рисовать, обрисовывать ножку, где у нас начинается большой палец. Вот он, видите? Большой палец ноги. Вяжем до того момента, до большого пальца. Видите? Потому что здесь у нас должно вот так вот натягиваться. Сейчас петли все закрываем и вяжем еще одну такую полосу. Вот такие вот две полосы у меня. Теперь беру стелечку и шило. Забыла сказать, что нам еще нужно будет шило. Делаю вот такие вот дырочки, чтобы мне легче просто шилось. Если у вас острая игла, можете обойтись без шила. Ну, мне почему-то игла у меня, вот видите, тупая такая, поэтому мне приходится с шилом. И обшиваем просто обметочным стежком краешку. Два раза в одну дырку и по кругу. Делаем петлю и так вот затягиваем. И вот так вот по кругу мы обшиваем стельку. Далее к обшитой стельке будем пришивать нашу заготовку. Складываем ее пополам. И где половина, совмещаем с половиной пятки. Булавочкой просто прикрепляю. Теперь, смотрите, серединку нашей полосы я совмещаю с вершиной нашей стельки. Так,
и вторую. Оно у нас натянется на ножки красиво. Вторую половину перебрасываю через себя. Смотрите. И тоже закрепляю здесь. И видите, здесь получается вдвое все это дело. Я хорошо прибулавливаю. Здесь натягиваю и пришиваю. Здесь тоже прибулавливаю аккуратненько. Равномерно просто натягиваем и распределяем по стельке. Так, теперь я беру нитку с иглой и просто буду пришивать. Захватываю вот здесь вот и основную деталь. Итак, продолжаем по кругу. Здесь не забываем, что у нас в два слоя. Пришиваем нашу заготовку на стельку. Теперь второй, девчонки, следим за тем, чтобы был левый и правый. Видите? Вот так вот, чтобы было. Делаем то же самое. Половину прикрепляем здесь. А здесь вот теперь наоборот. Напротив друг дружки. Видите? То есть следим за тем, чтобы у нас был левый и правый тапочек. И далее все то же самое. Вот, девчонки, оба моих тапочка. И наконец я еще пришила три пуговички. Вот так вот сложила. Видите, чтобы оно у меня зафиксировалось. Булавкой. Скалю. И вот так вот насквозь через две обе как бы детальки я пришиваю вот так вот три пуговочки. Вот. Выравниваю, чтобы было одинаково. Такие вот тапотулечки, девчонки. Я с вами прощаюсь. С вами была Вика из школы рукоделия. Всем пока-пока. Подошла.